Областная дзяржаўная инспекция закликает водителя долучиться до Международного дня без автомобиля. И он пройдет в субботу 22 вересня. Автовладельников просят не садиться за руля, скористаться громадским транспортом, альбо пройтись пешшу. Только в Гомеле зарегистрировано больше, как 170 тысяч автомобилей. Коли хотя бы каждый десятый застанется в субботу на стоянце, акция пройдет недаремно, лечат у ДАИ.